Разминаем вареный картофель, добавляем соль, сахар, молоко и растительное масло без запаха. Перемешиваем, добавляем сухие дрожжи и муку. Замешиваем тесто. Оно получается просто шикарное. Мягкое, нежное, не липнущее к рукам. Кладем его в миску, смазанную маслом, накрываем полотенцем и даем подойти около часа. Затем обминаем тесто и делим на 6 одинаковых по размеру кусочков. Каждый кусочек округляем в шарик и шарики кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка приплющиваем, кладем любой трафарет, у меня снежинка, и посыпаем копченой паприкой. Убираем трафарет, ставим выпекаться при температуре 180 градусов 20-25 минут. Картофельные пышки получаются очень воздушными, пышными, мягкими, нежными и вкусными. Пробуйте и подписывайтесь на канал.